30 октября 2024 года, что-то предыдущее видео сегодняшнее на таких эмоциях сделал, что половину, что хотел сказать, не досказал. Сейчас допишу коротенько. То есть я говорил о том, что демотиваторы вот эти, которые рассказывают, что фронт там у нас рухнул, да, причем это говорят там боевые офицеры. Как они этим, в какое состояние солдат в окопах приводят, блин, я просто, ну, в общем, захотите посмотреть, захотите, посмотрите, да? Предыдущее видео. Что я сказал? Вот это когда мне рассказывают о том, что, блин, все равно уже все они берут, нам уже некем воевать. У нас, что значит некем воевать? Вот что значит некем воевать? Если сейчас у нас в Украине, сколько, я не знаю, 700 тысяч россиян. Они заходили сюда 200 тысяч в 22-м, но потом же туда нагнали 300, блин, тысяч этих самых мобилизованных в 22-м году. Потом еще каждый месяц 20-30 тысяч они загоняли сюда, просто сюда, на чернозем переводили. Ну, сейчас вот, я не знаю, там 700 тысяч, наверное, есть. То есть, кто держит фронт? 2000 вот этих километров. То есть, некому воевать. Что значит? То есть, я вот это пятый год, то есть, 14-15, 22-23, 24, блин, я здесь провожу из-за того, что некем воевать. Ты сказал, да? Вот ты там говоришь, некем воевать. Кто сейчас держит, блин, фронт? По всей вот этой линии еще на курс нам хватает. Это раз. Блин, второе, блин. Они берут Курск, они берут там Селидово, они берут Авдеевку. А как у вас из башки выпало то, что они брали когда-то и Херсон, областной центр? Они когда-то и Харьков практически окружили, и до Киева они уже дошли, прорывались в Киев, и в Харьков прорывались. И Купянск оккупированный был, в котором мой отец жил под оккупацией. Да, мать уехала с оккупации сразу, а отец жил в оккупации. Но сейчас это не оккупированный город Купянск, правда, что он освобожденный. И Изюм, и Балаклея, это все были оккупированные города. Вы не помните, что они их тоже брали? Куда у вас выпало то, что, блин, мы освободили с 22 года, то есть после того, как из-за этого нападения они захватили действительно огромную территорию, да? То есть из-за неподготовленности, это вообще не вопрос. Просто был, из-за чего это не я разбираться буду. Я не прокурор, там не военный, тем более прокурор. То есть это после войны уже будем разбираться, как так получилось. Что у нас там Мелитополь, блин, Мариуполь, блин, все. Да, потом это будем смотреть. Был факт, был в оккупации и Изюм, был в оккупации и Херсон. Сейчас, по-моему, нет, ну, освобожденный город, единственный областной центр, я еще раз повторяю. Как это у вас выпадает как-то? Как вы забываете о том, что суд же уже там 3 месяца в Курской области, впервые за всю историю Российской Федерации, впервые за историю России с 45-го года, блин, иностранное государство держит территорию в оккупации Российской Федерации. Ну, я не называю это оккупацией, понимаешь? У меня есть такая формулировка, да, вот я афоризм пишу, у меня есть четкая формулировка, что такое оккупационная армия. Из двух армий оккупационная атак, которая один вторжение встретила не на своей территории. И это точно была не украинская армия. Так что это... Да, в Москве мы будем, это будет освобождение Москвы. И правильно это Deep State так и пишет. В Курске освобожденная территория. Да, поняли, о чем я говорю? То, что сейчас на 35 километров до Покровска. Я сегодня посмотрел специально, 21 числа августа. Из отпуска я вышел, блин, и спрашивал меня кто-то про Донбасс. Я сказал, что Покровск дойдут, скорее всего, но не сдадут. Сколько прошло? 2,5 месяца, блин. До Покровска, от Донецка до Покровска 35 километров. Посмотри, я не знаю, кто там как меряет. Там, от центра города, не от центра, а от меряет, там, аэродрома до начала этого Селидова, до начала этого, как его, блин, Покровска. То есть там 35 километров. Это идет, блин, нафиг год. Это идет год от Донецка, понимаете, там они идут до Покровска. Год. Уже больше года. С 7 октября началось наступление 23-го года. Сегодня уже 30 октября. Каждый день больше тысяч. Сейчас уже 1500 нередко, когда убитые ранены. То есть они 1400 положили народу, чтобы пройти 35 километров. Мы за то же самое время взяли, 3 месяца уже держим в Курске. И мы точно там не 400 тысяч своих людей положили. Я вам гарантирую. Как вы этого всего не замечаете? Говорят, блин, нафиг. Он варьё, начинается вот это по телеку, блин, поэтому... Он варьё, почему вот этот сидит там в кафе, а я тут буду умирать, зачем это сам? Блин. А что ты будешь для того, чтобы он воровал? Ну, вот такие я слышу. А что ты будешь воевать, чтобы он воровал? А ты не воюешь за то, чтобы, блин, нафиг
там жил кто-то, детей своих растил. Чтобы мой там сослуживец, который погиб, у него остался ребенок, там, которого он взрослым не видел, он младенцем был, когда пацан погиб. То есть, чтобы он жил в Украине, я не ради этого воюю. Ты думаешь, я воюю ради того, чтобы кто-то мог воровать? Из одного ворующего, блин, нафиг, 100 человек сидит на передке где-то, понимаете? Из одного... Зачем, ну, блин, понимаете, тыкать на то, что, блин, воюй за свою семью, воюй за свою страну. Там этих утырков хватает, их тоже не один, да не два. Но, блин, на каждого, блин, нафиг утырка, блин, 100 человек, которые, блин, жизнь свою отдали, здоровье свое отдали для того, чтобы твои потомки жили здесь и нормально развивались, не воруя. Не, блин, убивая, блин, там, я не знаю, не оккупируя соседние страны. Понимаете, о чем я говорю? Почему ты говоришь, что я воюю ради воров? Ты не воюешь, потому что ты об этом только рассказываешь. То есть ты говоришь, что ты не идешь, что ты не идешь, что ты прячешься там, почему ты не идешь? Потому что ты не хочешь за воров, за коррупционеров воевать. Так воюй за тех, кто воюет сейчас уже, кто сейчас уже погибает, кто оставил свою жизнь, свое здоровье. Понимаешь, за них воюй. Чем ты своими рассказами, ты думаешь, ты больше привлечешь сюда людей в армию, или ты заставишь сделать так, что 10 человек в СЗЧ уйдет с передовой? Подумайте об этом. Не переймайтесь, це буде Україна.